Сейчас будем делать упаковочку дисков. Вот, с девушкой, да, с Киева, кстати. Сколько у меня? 3-4 покупателя были, хотели наложенным платежом. Ну, девушка тоже хотела наложенным платежом, но я настоял на своем, потому что она девушка. Мужики, видно, все-таки мужики, их уболтать хрен тяжело, некоторые. Ладно, короче, не важно. Все, вот, раз, значит, все не так. Так, раз, два, трис, четырис, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. О, готово. Вот. И еще мы сейчас это вот так сюда запакуем. Для пущей, так сказать, для уверенности. Сюда и еще можно сюда. Так, вот. О. Мастер-класс, как быстро запаковать диски. Все. Никуда они не выпрыгнут, никуда они не денутся. Ну, а здесь можно забить это все. Так, ну это, в принципе, мне нужно еще будет. Так, что-то. Никуда не выпрыгнуть, никуда не делать. А это можно. Можно ничем, какая нахрена. Вот. Так, раз, два. Это лучше срезать. Это не отсюда. Вот. Все. Вот. Ну все, никуда они не выпрыгнут. Розетку можно засунуть, чтобы уже точно было все в порядке. О, ну, все. Почти все, блин. Сейчас, минутку, еще сейчас. Ну,
это еще сейчас запихнем сюда на полной уверенности. Да, кстати, это играет мой трек Тигевальд, кавер-версия на Тойна Бар. Ну вот, теперь уже точно все в порядке. Все, теперь запаковываем, скотча тут много не надо. С наименьшими расходами скотча, скотч дорогой. Ну все, вот посылка готова, можно в ней футбол играть, ничего там не болтается. Все, все, пока-пока, покупай на Фростере, продавай на Фростере. Это я на Улыксе продал, вот. Макс Вехов желает успехов. Мария, молодец, слушает такую музыку. Может, мужу, может быть, сыну подарила. Может быть, папе, я не знаю, кому. Может, себе. Если себе, то это прикольно. Девушка слушает такую музычку прикольную. Молодец, Мария. Пока-пока.